Так, кто-нибудь что-нибудь еще скажет? Андрей Юрьевич. Алло. А вы где? А, спасибо, вижу, да. Добрый вечер, меня зовут Сергей. Очень приятно. Скажу, наверное, банальность, вы ее 10 тысяч раз слышали. Мы все выросли на ваших переводах. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Чем чаще вы это говорите, тем больше я смущаюсь тем динозаврам, мимо скелетов которых проходит Джоди Фостер. Грета Тунберг сказала, что там кому-то, политикам, вы украли наше детство, а вы нам дали детство. Дали. Низкий поклон. Ладно, давайте покинем. Вы спросили, что вам запомнилось, когда вы смотрели первый раз в свое время этот фильм замечательный. Вот я смотрел этот фильм в детстве, действительно, наверное, сейчас с этими маркировками, там, 18+, меня бы не допустили. Я смотрел, наверное, лет 8 этот фильм, и мне больше всего, то есть что запало в душу, визуальная часть, это титры. Это настолько необычные титры, графика, то есть черные буквы с белой обводкой. И очень необычный размер относительно самого полотна экрана, картинки, но они очень крупные, то есть это так не принято. То есть это нестандартный шрифт, и, наверное, я бы мог сравнить по оригинальности только с прологом к «Звездным войнам», то есть вот эти титры, которые ходят вверх туда, в перспективу. А вы не дизайнер? Нет. Жалко.